Здравствуйте, меня зовут Ярослав Хвойников. Я учусь в первом классе. И я хочу вам рассказать стихотворение Сергея Михалкова «Птичье радио». Внимание, внимание, сегодня в 5 часов работать будет станция для рощ и для лесов. Сегодня в нашу студию, внимание, внимание, слетятся птицы разные на радиособрании. Во-первых, по вопросу, когда, в каком часу удобнее и выгоднее использовать росу. Второй вопрос назрел давно, что эхом называется, и если есть росу оно, то где оно скрывается? По третьему вопросу докладывает дрозд. Назначено заведовать ремонт там птичьих гнезд. Потом начнется пение, и скрип, и свист, и пение, урчанье, и пириканье, и щебет, и чириканье. Начнется выступление скворцов, щеглов, синиц и всех без исключения других известных птиц. Внимание, внимание, сегодня в 5 часов работать будет станция для рощ и для лесов. Наш приемник в 5 часов принял сотню голосов. Фьюр, фьюр, фью-фью-фью, чик-чирик, тю-тю-тю-тю, пиу-пиу, цю-цю-цю, чиви-чиви, тр-тр-тр, чирик-чирик, ко-ко-ко, ку-ку-ку-ку, гур-гур-гур, кукарику, кар-кар, пись-пись. Мы не знаем, как нам быть, очевидно, в этот час передача не